Ларик. Иса, ну куда? Ну, стихотворение повтори, давай спать, давай. Мишка зеленый, праздники новогодних. Я к вам вернусь, чтобы поздравить вас с Новым годом. Еще я хочу пожелать вам счастья, жизни. Ну нет, ну смотри сюда. И здоровья, да? И здоровья. И так находить текущий путь. Ну все, Иса, давай спать. Все, говори, спокойной ночи. Пока. Спокойной ночи. Как
Грозила мне фотоаппаратом. Снег метет, Дед Мороз к вам на праздник идет. Хорошо кушается.
наступают друг за другом в свой черед, а не все наоборот. Ох, жарко мне. А солнышко-то как светит, а? Все пошло наоборот. Жарко. Жарко. Садитесь, Мороз, под елочку, посиди, отдохни. И то правда. Отгадывать вы умеете? Да! 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 На ручки! Ну-ка давайте дружно зовут их две сестрички, зовут их рукавички, правильно, молодцы. Я угадаю, подгадайте. А теперь Снегурочка загадку загадает. Спасил. За счет кончик носа зарисовал окно без спроса. Ну кто же это вот? Я первый! Сразу твою загадку угадали, Снегурочка. А вот теперь я загадку еще одну загадаю. Можно? Да. Из леса принцесса на праздник пришла. Бусы надела, огнями расцвела. Молодцы! Ну-ка, Снегурочка, загадаем трудную загадку, чтобы они не догадались. Белые, пушистые, только не пушистые. Нет! Нет! Смотри, Дед Мороз, какие молодцы. Угадали, я. Молодцы. Хорошо знаете, чем елку наряжают. Ой, а
я ж совсем забыл. Я ждал вас.
Дед Мороз куда хочет залезть? До свидания!